Вот у меня вопрос. Если у лошади такие длинные попереду волосы, вот эта грива такая длинная, глаза закрыты, можно ему обрезать эти волосы или нет? Прямо хочется взять ножницы и обрезать. Но не факт, что хозяину это понравится. С другой стороны, у остальных-то покороче. Ну-то вообще у тебя, скажи, немножко покороче, чуть-чуточку покороче. Что это такое? Этот вообще прям на глаза, скажи, глазки закрыты. И у тебя глазки закрыты. Как вы живете с такими патлами? Нету больше ничего, зайка. В следующий раз, если не забуду, возьму вам ножницы. Подстригу вас немножко, чуть-чуточку. Вон у этого как хорошо. Все глазки открыты, да? Только покажи, тебя там обрезали или что у тебя тут происходит? У тебя вроде как тут ничего и не было. Да, да. Ну это ж просто горе горькое. Бляха-муха, бери ножницы, приходи, подстригай. Да, наверное, рискну, подстригу вас. Может, сейчас схожу за ножницами. Так, давай будем стричься немножечко. Смотрим на меня. О, глазки видны. А ты покажись. Ну-ка, показывайся. Показывайся. Скажи, вот у меня какие глазки. Такие модные челки вам забабахала. И ты тоже теперь с глазками. Ты с глазками. Побьют меня? Не побьют за такие дела? Не знаю. Ну, так красивше показывает. Да. И вот, скажи, какая теперь лошадка получилась. Лошадки. Вот так скажи. По крайней мере, глаза открыты теперь. Красавчик. Ух, у тебя челка классная. Теперь у тебя классная челка какая. Заяц ты. И ты хочешь съесть мою руку? Нет. Не надо мою руку есть. Не надо. Все, красавчики.